слышим? Неразборчиво? Еще громче! Кинса! 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 Встречайте! Добрый вечер, Избербаш! Добрый вечер! Добрый вечер! Можно, можно пушки на людей посмотреть, сколько сегодня здесь собралось? А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка! По-прежнему 5. Просто Беня, наш пятый солист, слег, у него огромная просто температура, 40 с чем-то даже, наверное. Он болеет, просил всем передать привет, попросил за него извиниться. Так что вы на это не обращайте внимания, мы сегодня для вас от всей души. Мы сегодня кайфуем! Давайте крикнем так громко, чтобы Беня в Махачкале там услышал, что вы с ним. Оп! Здорово!
И специально для вас мы хотим сейчас посвятить нашу песню, которую мы немножко переделали, вы все ее прекрасно знаете. Мы ее в Москве немного переделали, сделали более модной такой. Эта песня называется «Арго». Правительство. Хотим поблагодарить комитет по делам молодежи. Большое спасибо. Большое спасибо местной администрации. Я заговариваюсь уже. Мне пересох. Магомеду Альбагановичу большое спасибо за то, что мы здесь есть. Это тоже практически благодаря ему мы здесь. И что ж, будем петь дальше? Вот что-то тихо как-то. Будем петь дальше! Вот так вот! Мы хотим вам сейчас представить
одну песню, но немножко опять не в том варианте, в котором вы ее слышали. Если она вам нравится, вы реагируете соответственно, потому что все привыкли слышать прошлый вариант. Я говорю о такой песне, как «Нежность». «Нежность». Зажигалки есть? Не-не-не, вот так, все. Нормально, ну-ка, зажигалки! Благодарю. Нежность, я прощения прошу, у тебя тысячу раз. Не заметил любви, не заметил, не спас. А теперь не хватает тебе, как воды. Твоих рук, твоих глаз, твоих слов о любви. Ненавижу себя, ненавижу за то, что не дал сердцу видеть, кто дорога сильно. На тебя я смотрел, как на девочка внутри. На ты толпы стрелила меня каждый день. Как любимым звала, я в ответ же молчал. Не пытался любить, а зачем ты ворчал? Мне не нужно сейчас ничего на земле. Задыхаюсь в любовь, внимание к тебе. Что на сильное чувство, как же сердце болит. Разрывает на части, душа целует. Может быть, ты не нравишься? А впрочем, поскольку сделал я слишком мало, чтобы остаться с тобой. Нежную песню приди.
Спасибо. Большего комплимента, как эти аплодисменты, быть и не могло. Спасибо, Ленинград! Мы все прекрасно знаем, что... Мы все прекрасно знаем, что веселиться всегда приятно. А приятное веселье всегда еще приятнее поддерживать каким-нибудь очень хорошим вином. Наши деловые партнеры, люди, которым мы во многом благодарны, корпорация «Союз виноделов Дагестана» и самое изумительное вино, которое называется «Слезы гор». Давайте им тоже спасибо скажем. А теперь мы готовы петь дальше. Есть у нас в Дагестане один коллектив, которым мы никогда, наверное, не устанем гордиться. Эти люди просто очень хорошо умеют играть в футбол. Вы понимаете, о ком я говорю? О ком? Не понял? Анжи! Правильно, речь идет о нашем любимом футболе. По этому поводу мы тоже немножко свой гимн, который мы поем этому футбольному клубу, немножко переделали по поводу выхода этой команды в Кубок УЕФА. Не слышу. Кубок УЕФА! Кубок УЕФА! Наша команда из маленького, но очень долго в Дагестане будет играть в Кубке УЕФА. Ну что, поем, Анжи? Анжи! Поехали! Anji, 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 An
видно всех просто. Эти лампочки мешают просто. Прямо глаз светит. Что, продолжаем? Давайте так медленно от Анжи немножко перестроимся на такую лиричную. Лирическую волейбол. Да? Не слышно, что-то как-то не уверенно. Можно пушки? Пушки в народ, можно? Можно пушки в народ? Любовь, первая любовь, знаю я одно, нам
Не слышно было, как-то мы вяло пели на самом деле. Давайте попробуем играть в одну интересную игру, чудья-паровоз. Смотрите... Уберите пушки, я вас умоляю. Умоляю, Цагу. Вы сможете крикнуть громче, чем я? Ну-ка. Слабо. Ну, ничего страшного. Еще пару раз порепетируем, все получится. Эта песня относится к некоторому числу женского пола. К некоторым не очень приветливым девушкам, скажем так. Которых мы все-таки ласково называем «Зараза!» Кто знает, подпевайте! На меня в упор, не избегаясь твоих глаз, Зараза. Давай оставим этот разговор, ведь он у нас не первый раз. Не любишь, брось, бросай, жалеть не стану. Таких, как ты, я миллион достану. Или поздно, или рано. Спасибо!
сейчас... Здесь есть кто-нибудь? Кто здесь? А сейчас мы хотим представить на ваш суд одну композицию. Давайте вот так сделаем. Если вы вот по первым нотам узнаете, что это за вещь, вы начинаете топать всем, чем можно, топать, хлопать всем, чем можно, орать, свистеть, кричать, в общем, всячески выражать свою признательность. Если нет, если этого не произойдет, мы останавливаем музыку и поем следующую песню. Договорились? Можно. Слезы уже сводят с ума. Если я тебя не увижу, значит я закрыла глаза. Тихо ты с кентами ворвался, зачем-то принесли барабан. Мама принесла три бутылки, близится конкретный гужбан. Тот день, когда Ахмед приснился и... Правильно! Патрулю тихо отпустила. Что отпустила? Отлично! Меня увидел ты в халате пурпурном каком. Срочно отвел ателье. Как жаль, что это все приснилось и... Просто в Новый год позвал на Майорку. Я тебе чихнула, отдал! Обещал Ди Каприо фотку, но почему-то не дал. Зажал, наверное. Может, виноваты гантели. А может, в детстве с крыши упал. Но я по глазам твоим увижу, договорился и дал. Тот день, когда ответ приснился и... Замечательно! Кастрюлю тихо опустился. Ну! Меня увидел ты в палате французском. Срочно отвел ателье. Как жаль, что это все... Сейчас я хочу представить вам одного молодого человека, который вам уже давным-давно знаком. Это гениальнейший композитор современности, автор практически всех наших песен, Аслан Гусейнов! И сейчас... Спасибо. Поклонись. Спасибо. Поклонись. Спасибо. Спасибо. И сейчас он специально для вас, исключительно для избербашцев, исполнит свою попури Натальи. Встречайте, Аслан Гусейнов! Танцевать. Давайте превратим наше собрание в маленькую дискотеку.
Я аплодирую вам. Спасибо. Да, всегда очень приятно приезжать в ваш гостеприимный город. Потому что такой публики, как вы, больше нету нигде в мире. Вот так вот. А сейчас мы хотим вас познакомить еще с одной нашей. Мы же не уходим никуда, правильно, папа? Свадьба только началась. Можно же петь? Мы только раскачаем грудь, да? Потанцуем сейчас. Камеру дай мне. Полчаса. Мы хотим вас познакомить еще с одной композицией нашей новой. Песня называется «Чужая любовь». Поехали! Сам свой пробовал без крыльев не облететь. Ангела меня звала, а подруг себе везла. Ты меня вознесла, ты к другому ушла. Я не пойму, ну почему сердце свое отдаешь ты ему. Ночи и дни, мысли мои, душу ты, Боже, мою от любви. Где же любовь, твоя любовь, что от меня все скрываешь ты, но у тебя с ним чужая любовь. Из тебя как без воды, что спасает от любви. Утоляет жажду для сердец. Ты не пора с ним поверь, ты уже не так теперь, как скажи мне понять, не могу больше. И кто запомнил с нами? Я не пойму, ну почему сердце свое отдаешь ты ему. Я тебя прошу, мне душу загляди. Сильная причёска, модное авто. На неё не действует ни это, ни то. Всё кучу палитру на капли отдать. Лишь бы вот разок тебя поцеловать. Галя, я люблю тебя! Как я не пойму, ну почему сердце своё отдаёшь ты ему. Ночи и дни, мысли мои, душу тревожат мою от любви. Где же любовь? Пусть еще прекрасней, пусть у вас всегда будет достаток, пусть вы не знаете никогда печали, пусть небо над вами всегда будет чистое,
И пусть вы всегда сможете сказать: «Я люблю тебя, жизнь». Специально для вас песня «Я люблю тебя, жизнь». Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя, жизнь. Я люблю тебя снова и снова. В звоне каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя. Есть вернемся к лирике. Вернемся к лирике! Так, вот с этого края не услышал. Вернемся к лирике! Так, а теперь с этого края. К лирике вернемся! А теперь все вместе! Вот так вот! Мы сейчас для вас, на ваш суд, представим такую песенку. Я не помню, здесь, по-моему, не пели мы. Здесь даже пели, ничего страшного. Да? Такая песня, автором которой является у нас, как всегда, Аслан Гусейнов. А слова вы оцените. Он будет петь, как бы, а мы будем подпевать. Это песня, которую он поет хорошо. Так что вы поддерживайте. А мы подпеваем хорошо. Давайте его поддерживаем. Спасибо. Почему? Если... Почему? И опять зажигалки у нас появляются здесь. Почему ты больше не ждешь меня?
так больно любить одному. Ты скажи, почему? Отчего мне так больно любить одному? Ты скажи, почему? Который раз спросил, большое спасибо. Парень, ты куда полез? Ну-ка, слезай оттуда, упадешь, разобьешь голову. Все. Слезай, говорю тебе. Слезай, что ты обнимаешь колонки? Давай слезай, нечего тут пока мы поем, давай. Будем дальше петь? Будем дальше петь! Вот так вот, да. Не может быть! Oh,
могу тебя забыть, но как не жить, если нам друг друга не любить, не говори, что этого никак не может быть. Я нашел слезы и что? И где-то ночью я замечаю, когда случайно повстречаю твой взгляд, твой взгляд. Любиться так серьезно, а может будет поздно, поздно. Я однажды потерял тебя во сне. Шепнул, что придешь ко мне во сне. Смело, во всю во тьму, знал, что себя так сму. Подвигались, порезвились? Ну что вы так как-то вы не организованы? Подвигались, порезвились? Вот так вот. Переходим опять. Сбавим темп. Перейдем к лирике. Лев, братуха, без лирики никак не получится. Вот так лирики. Вот так вот. Мы на ваш тут представляем новую композицию, которую вы написали и записали в Москве. Очень грустная такая вещь. Может быть, вам понравится, вам судить. Песня называется «Не грусти». Опять день за днем проходит.
Только ты ночи одна ждала. Я больше ждал. Сколько же мужчин ты прогнала? Если б знал я, а теперь душа рыдает, сердце боль не покидает. Только же никто не знает, но мне ты поверь. Перед быстренько песней оживимся опять. Дух поднимем немножко себе. А тихо почему-то. Na 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 na
обогрелись немножко? Я хочу вот что сказать. Как бы это ни было прискорбно, но мы поем сейчас последнюю песню. И нет, я к чему веду? К чему веду? Послушайте меня. Все, кто до сих пор сдерживал свои эмоции, не держите их на потом. Потом вы придете домой, вам будет обидно, что вы не потанцевали, не попрыгали, не покричали, не похлопали. Мы сегодня для вас, мы кайфуем с вами. Вы кайфуете с нами. Поехали, я же вижу, тебе хочется! Не в глаза, ну а внутри. Чувствуешь тепло, и в душе светло. Ах, как мне повезло! Я же вижу, тебе хочется, полетать со мною хочется, улететь со мною хочется, робкая ты моя. Что ли ты меня пугаешься, почему мне не признаешься? Видно, ты со мной играешься, не молчи. Из Бирма! Ты растопила этот лёд. Ай, голова болит, ты на меня не посмотрела. Ай, душа болит, хоть слово бы задела. Все, игра такая, очень сильно надоела. Все, отдал бы я на свете, лишь бы захотела. Эй, 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 эй,